здравствуйте, это я, Федя. Сегодня матч «Факел» «Локомотив». Приехали к нам опять москвичи уже третий раз. Как? Я помню. Да, третий раз. Ну, я думаю, мы верим в «Факел». Новый тренер Олег Петрович ушел, его уволили. Как я могу это объяснить? Не было побед. Он бы точно сам не ушел. Я думаю, «Факел» может сегодня выиграть, но им будет очень сложно. Если они не упадут духом, то будут шансы выиграть «Локомотив».